Все готовы, да? Пожалуйста, вопрос, коллеги. Скажите, удалось все-таки выяснить, кто давал приказ снимать флаги Украины? Значит, смотрите, то, что касается флага Украины, есть специально отведенные места, которые есть в городе Харьков, на которых обязаны висеть флаги Украины, и которые мы поддерживаем, то, чтобы действительно показать, что город Харьков – украинский город, и никаких других флагов тут априори не может быть. И то, что может быть у кого-то там в голове, что кто-то что-то не так делает, я вам хочу совершенно официально заявить, что всегда политика городских властей, городского исполнительного комитета, городского совета была одна. Город Харьков – это украинский город. Город Харьков никогда не допустит того, что сегодня творится в Луганской и Донецких областях. Но то, что касается сегодняшнего инцидента по снятию флагов и действительно позиции наших ребят, наших людей, наших активистов, и мы им выражаем за это благодарность, что эти люди активные, и действительно для них не пустой звук Украина и город Харьков. И я уверен, что мы вместе в дальнейшем будем работать и флаги будем развешивать и в специально отведенных местах и так далее. И рвы копать, и укреплять обороноспособность нашего города и нашей области Харьковской. Я хочу вам сказать,